Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре «Головоногие». Придумать забавному существу смешное название – это еще полдела, а вот запомнить его и еще с десяток подобных куда сложнее. Игра продается в небольшой коробочке, внутри которой мешочек с картами и правила игры. Все карты хорошенько перемешиваются, и уже можно начинать играть. Каждый игрок в свой ход будет открывать по одной карте сверху колоды. Каждый раз открывая новое существо, игроки должны придумать ему имя. Оно может быть абсолютно любым, и даже не обязательно должно иметь ассоциации с самим существом. Главное его хорошенько запомнить. Ведь если из колоды выйдет существо, которое уже было названо, нужно побыстрее выкрикнуть его имя. Тот, кто сделал это первым, заберет себе всю открытую колоду. Теперь это его победные очки. Если игрок ошибется, ему полагается штраф. Он возвращает одну из своих победных карт под колоду. Игра закончится, когда из колоды выйдет последняя карта, а победит набравший наибольшее их количество. Любителям игр посложнее можно добавить одно дополнительное правило. Если наверху стопки окажется существо, совпадающее с существом на победной куче одного из игроков, вместо его имени нужно крикнуть «головоноги». Тогда тот, кто успел сделать это первым, заберет у этого игрока всю победную кучу себе. «Головоноги» — это простая и незатейливая игра на реакцию и память, которая при этом позволяет хорошенько проявить воображение.